еще услышишь гусли, да еще и электрические, как не в музее солнца. На его открытие пришли люди, близкие по духу и неравнодушные к нашему светилу. Не только как к источнику света и тепла, но как к объекту поклонения многими народами и культурами, которые стремились понять его роль в нашем мироздании. На открытии экспоцентра говорили о том, что музей может стать источником дополнительного образования и удовлетворения эстетических потребностей посетителей, которые жизнь видят в светлых тонах. Открытие сегодняшнего музея, мне кажется, очень хорошо вкладывается в это же самое, так сказать, светлое восприятие жизни. Это, я бы сказал, не музей, а в самом деле экспоцентр, историко-культурный центр «Солнца», который действительно способен стать мощным пропагандистским центром как раз светлых идей, светлой жизни, светлых действий. В музее каждой из солнечных культур – Руси, Египта, Индии, Тибета, Непала и Америки – посвящены отдельные залы. Есть и помещение для творчества, и большой лекционный зал. Ведь здесь планируется дополнительная работа с посетителями. Проведение мастер-классов для детей, семейно-досуговый центр, где родители и дети могут провести субботу, воскресенье совместно в совместном творчестве. Это лепка из глины, это изготовление разных поделок, в общем-то, солнышек деревянных и других изделий. Создание этого центра стало возможным благодаря новосибирскому меценату и бизнесмену, настоящему другу солнца Светозару Дарневу. Именно он финансировал этнографические экспедиции в разные страны и сам в них участвовал. Музей, чем меня заинтересовал, что здесь изучаем цивилизации, в которых как раз было солнце не просто как объект, как светило, как энергия, как жизнь. Хотелось бы дальше более научно изучать эти процессы, понимать и понимать, как умели слышать это, ну, как говорится, не только видеть солнце, но его еще и слышать, чувствовать, да, и быть соразмерным, то есть и в природе. Поэтому сотрудничество с ученым миром продолжится, что непременно будет отображаться в экспозиции «Музея солнца». В течение всей нашей жизни нас сопровождает солнце. Хотим мы этого или нет, оно нам дарит свет, дарит тепло, естественно, нам дарит жизнь. И люди во все времена тянулись к этой информации. Они сотрудничали с солнцем. Если и вас интересуют вопросы, связанные с нашим светилом, то многие ответы вы можете получить в культурно-историческом экспоцентре «Солнце». Расположен он по адресу улица Дуси-Ковальчук, 179/3. Вход свободный.